В Ненецком округе утверждена величина прожиточного минимума на третий квартал текущего года. Она составила на душу населения 19 599 рублей, что на 464 рубля ниже, чем во втором квартале. Для трудоспособного населения этот показатель составил 20 581 рубль, для пенсионеров 16 031 рубль и 20 584 рубля для детей. Как сообщили в профильном департаменте, снижение прожиточного минимума связано со снижением средних цен на ряд продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины. Так, по сравнению с третьим кварталом 2018 года, цена на гречневую крупу снизилась на 18 рублей за килограмм, на 81 рубль 35 копеек подешевел маргарин, кисломолочные продукты на 31 рубль 59 копеек. В список также вошли творог, мука, масло сливочное и подсолнечное, соль, яблоки, вермишель, морковь, свинина и другие позиции. Напомню, величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения Ненецкого округа при разработке и реализации региональных социальных программ, а также для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим жителям.